Итак, сначала расскажу, почему Луна будет кровавая. Здесь все просто. Земля отбрасывает тень на Луну. Спутник приобретает красный оттенок, поскольку атмосфера наиболее прозрачна именно к таким лучам. Ширина этой тени составит 115 километров. Причем ученые до сих пор спорят, какой будет Луна, красной или бордовой. Здесь все зависит, повторюсь, от состояния атмосферы. А пока перейдем к главному, как не пропустить лунное затмение. В московском часовом поясе оно начнется в 20 часов 23 минуты. Максимальная фаза продлится 2 минуты 40 секунд. Завершится небесное явление в 22 часа 18 минут. За это время Луна пройдет через всю северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска. А вот жителям Камчатки и Чукотки не повезло, уникальное явление они не увидят. А все потому, что уже в это время они встречают утро. А мы, жители Центральной России, затмение увидим, причем телескопы для этого нам не нужны. Главное условие – ясная погода. А лучшим местом будет возвышенность, крыша или горка, как подходящие варианты. Это лунное затмение станет предшественником другого, солнечного. Оно состоится 21 августа, но его увидят, увы, только жители США.